Яркий пример – Елена Галахова, педагог, организатор, хореограф детского театра и кружка по бисероплетению, центр внешкольной работы и новой корчевы. Бисероплетением Елена Юрьевна занялась спонтанно, можно даже сказать из-за нужды. Она долгое время занималась хореографией в Дворце культуры «Современник» в коллективе «Журавушка». Танцевальная группа часто гастролировала, костюмы шились на скорую руку, а расшивать их приходилось самой Елене. Но ей эта работа была только в радость. С детства она любила мастерить украшения из подручных материалов. В детстве я очень часто занималась... Украшений мало же тогда было, 80-е годы, денег у нас в семье много не было, а хотелось и сережки красивые, какую-то, ну так помаленечку, по мере необходимости, из всего и делала. Вот. А потом вот обратила внимание, что у меня, видимо, может, склад ума такой, не знаю, но как это, когда вот мне что-то надо, я из чего угодно сделаю то, что мне нужно. Вот, я говорю, что включаю и пластиковые бутылки, и фантики, и всякие веревочки, ленточки, и палочки, все что угодно. Добавишь бусинки, и уже получается красиво. На сегодняшний день необходимость переросла в хобби. И сейчас Елена Юрьевна своими руками создает настоящие шедевры. Радует друзей своими работами, а опыт передает детям. Под ее началом занимается около 30 воспитанников. Сейчас творческая команда Елены готовится к областной выставке. Ребята едут за главным призом, не меньше.